Часто возникает вопрос о типовом составе универсального программатора для прошивки радиостанции Motorola. Сегодня я остановлюсь подробно на каждом из компонентов. Основным блоком программатора является радиоинтерфейс бокс. У Motorola он обозначается как RLN-4008. К данному блоку с одной стороны подключается кабель для соединения с компьютером и адаптер питания 12-вольтовый. С другой стороны, подключаем соответствующий шнурок для прошивки определенного типа станции. Кабель обозначается у Motorola следующим наименованием 3080-369B72. С одной стороны он подключается к радиоинтерфейс-боксу, с другой к 9-пиновому разъему компорта компьютера. Адаптер питания у Motorola называется EPN4042. Подключается он сюда и, соответственно, 220 вольт. Также радиоинтерфейс-бокс может питаться еще в полевых условиях элементом питания крон 9-вольтовым. Вот. Крон устанавливается сюда, в данную нишу. Далее, значит, с этой стороны радиоинтерфейс-бокс подключается к шнурку. Для прошивки автомобильных и стационарных радиостанций Motorola как профессиональной серии, так и коммерческой серии используем кабель GTF-374. Подключаем к радиоинтерфейс-боксу и в микрофонный разъем радиостанции. Для прошивки портативных радиостанций профессиональной серии GP, GP320, GP140, GP340, GP380, GP640 используем кабель RKN4074. Также подключаем к радиоинтерфейс-боксу и к аудиоразъему радиостанции. Если же нужно будет программировать радиостанции коммерческой серии CP, CP040, CP140, CP180, CP340 и так далее, то используем кабель PMKN4004. Также подключаем к радиоинтерфейс-боксу и к аксессуарному разъему радиостанции. Данный разъем второстепенно используется для подключения к тестеру.